чтобы мужчина вырос защитником? Нужно прививать ответственность с самых ранних лет. Решительность, мужество, там, храбрость. Доброжелательность к окружающему миру. Нужно растить его в любви, но без чрезмерной опеки. Чтобы мальчик не вырос жестоким. Его воспитывать надо как настоящего мужчину. Главное, это чтобы был пример настоящего мужского поведения. Отец должен показывать пример. Если вдруг какая-то беда, так чтобы он помог. Способность постоять не только за себя, но и за свое окружение. Он сам должен до этого дойти. Честность, порядочность и доброту. Это главное.